Привет, горожане, сирокезы-смотрящие. Сегодня ничего такого великого не случилось. Просто очередная авария на Циркл К, на перекрестке, значит, от Бриошина и улицы Космонавтов. Ну, ничего удивительного, но просто интересно, что творилось вокруг этой аварии. Как видим на регистраторе 1658, действительно, это было, вот, случилось она немножко раньше, где-то перед 5 часами, но не в этом даже дело. Эта авария – показатель, значит, так скажем, культуры вождения. Обычно культуру вождения проверяют по отношению к пешеходам. А в данном видео, да и вообще сегодня удивился сам, культура вождения в том, что при той пробке, которая случилась при этой аварии, вот сейчас я проеду, и вы увидите, какая пробка. На каждом светофоре все торопящиеся выезжали на перекресток уже на ярко-желто-красном свете и становились посреди перекрестка, тем самым забивая перекресток, нарушая правила дорожного движения, что выезжать на перекресток, на занятый перекресток уже нельзя. Но не в этом даже дело. Встречные, те, которые ехали на зеленый, им сигналили, моргали и прочее, прочее, прочее. Но те, кто выехал на перекресток, стояли, боясь, значит, не успеть домой на лишних 2 минуты, создали такой кавардак, что как-то вот ехал, сам удивлялся, никогда такого не видел, но вот сегодня увидел. Не знаю, почему, что привело к этому, но было удивительно, серьезно. Вот, собственно, перекресток, авария. Тут машины быстро растянули. Ну, где-то, наверное, минут 20 это все заняло. Может быть. Уже в 17:10 машин не было. И вот смотрите, пробочка. То есть, вот оно. И все благодаря тому, что у нас город, ну, единственная улица, так скажем, прямая через весь город. Другого пути попасть в северный район нет, кроме как объездные маршруты, которые достаточно далеки. И вот на следующем светофоре, как я и говорил, смотрите, опять стоим. И вот даже несмотря на то, что уже горит, значит, красный и зеленый, вот весь перекресток там забит впереди машинами, которые стоят посреди дороги, и их объезжают те, кто выезжает с Рупница, с улицы. Они как бы лавируют там между машинами, которые на перекрестке стоят. Я даже, ну, тут вот плохо видно, к сожалению, я ж не мог вылезти и поснимать прямо в потоке, но я был удивлен. Такого я как-то не видел я такого раньше, чтобы вот так вот плотно и нагло выезжали на перекресток практически уже на красный свет, лишь бы только проскочить этот красный, но уже на следующую перекресток переехать не получалось, потому что там уже забито все было, пробка стояла. Вот видите, что тут творится, смотрите, вот там, вон там слева, там уже как только не впихивались, они уже боком становились, лишь бы только проехать. Я даже не поленился, вот, ну, дела сделал и обратно поехал. И еще раз, эта же ситуация уже в 17, вот сейчас 17 часов, и даже спустя 12 минут, когда уже, казалось бы, все рассосалось, ну, вот опять же этот перекресток, это заправка, 5-я школа, ну, вот этот перекресток от Бриошина с Рупницас, и вот там он даже моргал, вот сейчас он моргает фарами там. В общем, ситуация сложилась какая-то такая патовая. Было удивительно, что сегодня за день такой, почему водители так плотно торопятся. И, ну, как-то сегодня вообще все было сумбурно на дорогах. Ну, вот такое получилось видео о сегодняшнем вечере 5 ноября 2021 года.
И где-то уже в 17:20 дорога была достаточно свободной. Все вернулись домой, живы, здоровы. И только некоторые остались без своей машины. Все, всем удачи, всем пока. До новых встреч. Пока. Берегите себя на дорогах.